Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Choose Your 2012. Здесь нам предстоит устроить свой собственный апокалипсис, создать свой собственный апокалипсис, да, но для этого, говорят, здесь есть обучение, говорит, вот здесь, говорит, у тебя оружие, ты его можешь, говорит, использовать, перегрев, у тебя оружие может перегреться, и мир, который ты должен раздолбать, можешь выбрать точку, где хочешь бомбить, и, конечно же, ачивменты здесь надо получать. В это у нас время, здесь у нас ограничено на время все это дело, поэтому надо сразу же делать, чтобы получить как можно больше очков, да, потом можно будет в конце, я уже сформирую какой-то свой счет, и вы будете писать в комментариях, надеюсь, тоже, типа, чтобы со мной хотя бы соревноваться могли, типа, может быть, никто меня не сможет победить, вы пишите свой честный счет в комментариях. Будет интересно посмотреть, кто все-таки смог побить мой счет. Это будет забавно, по-моему. Так, ну что, мы уже тут довольно быстро разбомбили все, нам надо будет постоянно что-то устраивать, чтобы получать очки. Очки и новые, чтобы появлялись у нас эти... Новые типы разрушений. Так, торнадо возьму давайте. Отлично, ну довольно неплохо идем, кстати говоря. Так, все, отстань. Вот этим сейчас вулканом все. Хотя я представлял себе по-другому, если я буду использовать вулкан, например, в своих разрушениях мира или устраивать свой апокалипсис, то я бы, наверное, представил себе, что вулкан по-другому совсем уничтожает все, но, видимо... Видимо, разработчик данной флешки считает, что это будет происходить именно так. Ух ты, пришельцы! Это, кстати, возможная теория конца света, да? Прилетели пришельцы и такие, нет, мы вас уничтожим, пожалуй. Так, ух ты, вот здесь здорово. Все, крушим, громим, ломаем, к черту. Что, уже довольно неплохо, кстати, очков, я довольно неплохо иду. Посмотрим, сколько у вас выйдет. До сих пор не получил ни одного ачивмента какого-то хрена. Я думал, что хоть какой-то ачивки получу. Так. Давай, 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 ломай. Почему эти дома не ломаются? С чего они сделаны? Прилетели тут пришельцы, не могут снести деревенский домик. Отличная технология. Так. Вот тут, вот почему я не могу снести вот тот домик? О, все отлично, снесли. Так. Сюда, сюда, давай сюда. О, да ё-моё, сколько тут всего улетело. Ой, осталось. Кстати, вон улетел, товарищ. Так что я отчасти был прав. Так, ух ты, еще ачивмент. Отлично, давайте, 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 давайте. Хоть у нас осталось совсем немножко времени. Черт, что еще разрушить? Так, не разрушается. Разрушается. Ничего. Ах. Так, 28300. Поэтому... Да. Пытайтесь побить. Я сейчас еще раз попробую, конечно же. Может, у меня лучше получится. Так, ачивменты, что у нас? Твистер... используй торнадо на ферму, используй метеориты на... О, господи, это надо запоминать прямо. Ну, жесть, конечно. Так, ладно, так, метеор, ну, фу, на что у нас на ферму? А что ферма является, ладно. Вот, сточим эту башню потихоньку метеоритами. А, стоп, у нас с метеоритами было задание. Destroy the Eiffel Tower with meteorites. Так, Eiffel башня, где она? Где это она находится? Блин, здесь... Так все распределено, что я немножко этого не понимаю просто. Отлично, achievement done. Так, spread will destroy everything around. А, все понял, так. Но здесь. Здесь нет, не здесь. Вот здесь. Да, отлично. Так, метеоритами у нас это как раз-таки все идеально получится, по-моему. Сейчас попробуем выполнять ачивменты, а не играть на очки. Интересно, ачивменты дают нам больше очков или нет? Так, лишь бы не зацепить этого нашего товарища. А то иначе провалим ачивмент, это будет довольно-таки обидно. Что? Так. А, я понял, все. Я на эту нажал. Ох-ох-ох, получается. Так, разрушили, да, разрушили. Вот это. И дайте мне мой ачивмент. Ачивмент, ачивмент. Эй! А, стоп, не хочу. Стоп, надо вообще все разрушить, походу, все, что здесь есть, но кроме этого. Кроме статуи, конечно же. Ну что, получится у нас это сделать, нет? Давай, 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 новая торнадо. Блин, лучше бы у меня были пришельцы, это было бы гораздо проще. Ну ладно. Что уж дали, тем и будем разрушать. Я не могу понять, из-за вот этой вот картинки я не могу разобраться, есть там что-то осталось или нет. Ага, эти штуки надо ломать, они еще не сломались. Так, отлично, давай, 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 давай.
Так, ладно, метеорами. Что? Блин, я не успел. Ладно, ладно. Так. Белый дом надо разрушить лазером пришельцев. Пирамиду египетскую. Так, Колизей. Колизей метеоритами надо раздолбить. Давайте найдем Колизей. Так, где Колизей у нас? Ага, вон он. На, все. Ачимент получен? Отлично. Хеллвуд. Так, use meteorism in Hollywood Hill. Ага. Так, это у нас здесь? Нет, не здесь. Здесь. Ага, вот. Все время путаю, где он находится. Хеллвуд, вернее. Забавно. Так, что бы это значило только Хеллвуд? Адский лес? Причем тут это? Не знаю. Так, что у нас? Extreme Makeover. Он Маунт... А, на гору... Гора Рашмар. Так, где у нас гора Рашмар? Тут? Нет, не тут. Вот тут вот. Ага, вон она. Я её, кстати, даже не ломаю. А, во, ломаю. И мой ачимент. Мы уже довольно много, кстати, выполнили, но это все равно еще очень мало. Хотя уже кажется, что дофига их сделал, но это совсем. Планету Сейпс. Так. Ага, нет. Землетрясения у меня нету. А, нет, стоп, у меня есть землетрясение. Так, да что с тобой не так? Землетрясение мне надо. Так, статуя свободы. Ну, если не очень повезет, то она сломается. Поэтому я буду просто нажимать. Если мне повезет все-таки, она упадет. Кстати, ее можно было неплохо повредить, попробовать. Ну ладно. Давай. Ох, этот, ох уж этот оверхед. О, почти. Да блин, ты... Чё ты мимо-то все бьешь? Землетрясение. У меня четкая цель есть для тебя. Вот долбани эту статую свободы, пожалуйста. Еще разок. Вот, отлично. Замечательно. Так. Торнадо Пиза Тауэр. Это вот это вот. Это вот этот тауэр имеется в виду. Нет, не этот. А, я даже не знаю, что за. Или это Пизанская башня имеется в виду, так. Как Пиза Тауэр. Ну да, я не успел этого сделать. Ну ладно, на этом мы будем, в принципе, заканчивать. Игрушка такая забавная. Вы, именно если поставить себе цель побить там очки у кого-нибудь или выполнить все ачивменты, это довольно забавно. Именно что надо что-то успевать сделать и все такое. Такая динамика появляется. По-моему, это весьма здорово. Мне лично понравилась эта флешка. Тем более она от классной компании, которой мы уже много-много раз играли в симуляторы. Качков, симулятор Чик. Мы играли до этого очень классные флешки. И это от этой же компании, поэтому довольно классно, я считаю. Всегда они делают мало, но делают классные флешки. Поэтому считаю, что это уже заслужит то, чтобы зашли и поиграли в эту флешку. Ну ладно, кстати говоря, если вы не видели те флешки, о которых я сейчас говорил, симуляторы, то в описании, конечно же, есть плейлисты. Заходите, смотрите, играете и все такое. Да, все, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, в описании заглядывайте. Это все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!